скоро там эпичные битвы да будут в этом, на Властелин колец, не? В смысле, какая эпичная? Ну, эпичные битвы какие-нибудь. Потому что во второй части там много эпичных битв. Я не знаю, когда там, я же ни разу не проходил. На вторую игру? Да, вторую чуть-чуть поиграл, все, как и первую, в принципе. Не, вторая поприкольней. Kill to Z with Keep Kinematic. Какой нафиг Kill to Z? Я капитан Фаурик. Так, на тебе вот это. Где прольется моя кровь? Да, повелитель. Я воплощение тьмы. Дела не ждут, мертвые. Они смысл. Меня затроллили. Разработчики гребаные. Наши разведчики обнаружили склад гоблинских мин. Склад гоблинских говномин. Мы найдем им достойных. Почему помогут? Мин. Поставить около выхода в дверь. Да, один какой-нибудь дебил вначале наступит, никого не заденет, только его и все. Зиккурат! Защищать Келту Зеда любой ценой. Так, справа напали. Обряд опять. Не должен прерваться. А ты там где-то... Ай, могильщик. Ой, тут что-то такое. Моего капитана 6-й левел. Ой, это чего желаем? Нужно построить зиккурат. Где прольется моя кровь? Я еще в своем первом руднике не по это. Не всех поставил, а уже полностью на второй пошел. Да, я уже поставил полностью, у меня сейчас построится второй рудник как раз. О, я просто там. Давай, еще одну золотинку. Так, надо теней куда-нибудь поближе к базам, чтобы видеть, откуда шли они. Вот, так, например, сюда одну поставлю. Я буду твоими глазами. Да твою налево, зиккурат. Я уже построил. Я посмотрю. Так, вот здесь поставлю. И еще откуда они идти будут-то. Народники-то эти нападать не будут. Ну, вначале они попробуют на нашу базу, поскольку это ближе. Так, на нас идут там сверху. Вижу. На город наших братьев напали. Парочка стрелков. Ну, в общем, ты контроль там. Ну. Пока армия маленькая. Я делаю грейда темный цитадель, ты? Делай. Ты звал меня? Ты увидишь все. Так, где моя... Так, где там твоя еще одна? Да я помню, вроде как ты проходил эту пост, нет, не ты. Тут куча зиггуратов было построено в каком-то виде. Ну это на харде было, а здесь я нормал. Самых сеток нет, бля. Блядь, минус некроз. Короля мертвых. На город наших братьев напали враги. Ты звал меня? Мертвые служат тебе. Полегче! Оу, нам сетки вообще недоступны. Я строю. У тебя, смотри, они есть, у меня. А, ну из-за того, что же они недоступны, поэтому скиллы сейчас. Вот так, все. Какова воля тени, мои служат. Теперь сетки есть. Вы звали меня. Да, ну, что ты хочешь? Так, вот, я, короче, понаставил тени, теперь, по крайней мере, будем знать, откуда идти будут. Говори, кого строить. Да, как в прошлый раз.
танков, там, некросов. Танки только у гномов есть. Чего желает мой повелитель? Мясники, я имею в виду. Ваша воля исполнится. Ну, пехотинские. У тебя кладбище, кстати, тебе придется исследовать. А тебе не построить. 215 голды жалко тратить. Ладно, я крыжу все подряд. Да, ты строй воинов, я крыжу, ты строй воинов. Жизнь за Нерзула. Живые небеса озаряют пламя. О, 5 минут уже прошло, как быстро. Между мирами ослабевает. Я воплощение. Легион послал нам на помощь адских гончих. Они в твоем распоряжении, рыцарь. Ну, тебе две дали, мне одну. Это все равно тремя управляешь. Эти даже. Труда. Где прольется моя кровь? Да свершится предначало. Читай на мини-карту, вообще не смотрю. Совершено. Чего желает? О, эти собачки еще еду жрут. Проблем. Биг проблем. Походу 4 сразу еды хавать, нифига. А мне их дали 2. Ну да, тебе 2, у тебя сразу 8 пищи забрали. А у меня 4 только. Мне внизу построить Зиггурата. Ну тоже строй, как я. Игрейдих. Блин, именно сейчас приперлись эти вертолеты. Стройка завершена. Стройка завершена. Да, надо, кстати, не забывать про вот эту часть, а то сюда могут паровые танки припереться. Блин! Грифоны пришли вместо них. Постройка завершена. Никто не смеет мне приказывать. Я готов мстить. Я воплощение тьмы. Постройка завершена. И моих гончих с собой взял. Да, уже не нужно, как-то и было. Тебе не нужны мои гончики, ах ты. Нет, нет, ты не так понял. Ура, у меня с деревом проблемы огромные. Так, что-то я вообще на мини-карту не зырю. Да это уже говорю. Так, справа на нас идут. Вовремя позырил. Меня там строится. Мертвые служат тебе, интересно. Что у тебя там строится? Зиггуратики мои. Так, ни одного я не вижу. Что не видишь? Твоих. А, башни духов только строишь. Нужно больше золота. Лично больше золота, блин. Построились. Какова воля тени? Постройка завершена. Приступаем. Говори, глупец. Мое терпение истощилось. Еще 20 минут держаться. Постройка завершена. Это только цветочки были. А в конце будет полная жопа. Ну что еще? Ты звал меня? Мертвые служат. Какова тебе воля? Может быть, твой рабочий мои башни духов тоже похилит, не? Чего желаю перед вашей волей? Спасибо. Чего так, ладно. Башен понастроил, сейчас буду дальше крейта делать. Я готов мстить.
видишь все. Так, на нас идут сверху. Точнее, слева. Да-да, вот они, эти паровые танчики. Да, блин, еще отсюда. Короче, ты держи эту сторону, я пойду туда. А то они с угла идут. Я хотел на угол идти. Наших братьев напали враги. Два стрелка, один танк. Да, пока минус один Мазигура сейчас будет. Жду приказаний. Такова воля тени. Нееет! Еще собачки! Они в твоем распоряжении, рыцарь. Теперь мне одну, тебе две. Радуйся. Ура! Зато еды нет почти. Приступаем. Говори, глупец. Склоняюсь перед вашей волей. Да, повелитель. Какова воля тени? Жду приказаний. Даже построить никого не успели. Почти. У тебя до сих пор 4 работника на том старом руднике. Нет, у меня было их 5, я одного послал бы чинить эту башню. Тебе что? Че, кай? Два. Че мне, че он сначала грейдить? Гаргули и этих, какого? Магличков, как бы, или вурдалаков этих. Это... Гаргули вообще не нам, мы же их не строим. Нет, я имею в виду. Это зов войны, которая атаку гаргули и этих магличков и. Так, и я то, и вы... то. А что лучше сначала? Так, ну с... конечно же могильщиков вначале. Но если ты начал, не стоило отменять. Защита тут не так важна, главное атаку. Да пофиг. Но защита тоже важна. Мертвые ждут. 60 на 60. 46 на 60. Так, надо еще тут пару зиккуратов построить, а то все равно не на что больше тратить. Так, на нас идут снизу. Так, что твои собачки случайно выйдем. Ну ладно, их тоже возьму. Ну что еще? Мертвые служат тебе. Где прольется моя кровь? Я воплощение тьмы. Долбанул кольцом. Не успел выстрелить. Склоняюсь перед вашей волей. Ты увидишь все. Моих собачек кому нет. Да, кстати, ты тут, если проходил, ты дальше на базу там куда-нибудь проходил. Там чуть дальше там всякие нычки есть. Не знаю, я играл с читами и просто одним героем выносил себе базу. Ну там нычки всякие есть еще. Ну сходи за нычками. Да, только это надо пройти хотя бы через одну из баз. Пройди. Не очень-то мне хочется это делать. Я иду. Я посмотрю. Пошел же. А, тут пусто. Нет, там дальше. Посмотрим. Вот тут, на травке. Я посмотрю. А, на травке источник жизни. Так, на нас идут опять сверху. Опять сверху. А это вертолетики. Куча вертолетов и стрелки. Блин, моя собачка. Ты звал меня? Мои башни хорошо выносят эти вертолетики. Это вертолетики, что ли, самые слабые. Тупо для разведки подходят. А ты у нас прям такой про. Да? Что ты? Нет, какой же я про? Ты ну, самый настоящий, да? Нет. Посмотрим. Я посмотрю. Тайное станет явным. Посмотрим. А тут башенка. Тайное станет. А! Она меня спалила! Я посмотрю. Я живой.
Так, вот здесь я помню, где-то нычка была. О! И что там? Ящик, там пара магов и башня. Посмотрим. И, по-моему, там был посох власти или еще что-то такое. Рабочего зачаровать. Где такой посох? Мне строить кучу ихних башен. Так, на нас идут снизу. Никто не смеет мне приказывать. Еще пришли собачки. Опять тебе две, мне одна. Ну че, скоро будут големы. Нет, они по три жрут еды. Ну, некромантик один сбросит. А, ладно, как-то без них обхожусь. Даже труповозку жалею, что построил. Все, эти почти полностью учтены гречки. Защита ты напал, где прям грубость. Так, блин, грифоны напали. Грифоны. Да. Чего желает мой повелитель? Надо здесь тогда защиту построить тоже. Да, у меня 74 дерева. 740. Ну ты правильно исследуешь. Какова воля тени? Мертвые ждут. Полегче. Даже мины не пригодились. Осталось 13 минут. Так, тут мою тень грохнули. Так, танчики пришли. Ничего, сейчас я патрулю этих там. Троллинг. Исследование завершено. Троллинг 100-500 левела. Постройка завершена. Так все, полностью магически улучшено. Постройка завершена. Постройка завершена. А этими источниками вообще не пользуемся. А нафиг они нужны. Нам и так хорошо. Воу, я их как-то раньше не замечал. Кого? Вот эти источники. Нужно больше золота. Не в одиночный. Помню, в читами играл, делать было нечего. Устраивал бои. Магичек там против мясника, это я думаю. Две помощи. 52 голда. Косарь голды. О, тебе хорошо. О, у тебя нет расходов? Постройка завершена. У меня Макс укипинг. А, у меня пишет нет расходов. У тебя. У меня Макс укипинг. Доход от добычи золота 40%. А у меня пишет, что у тебя нет расходов. У меня две голды добывают. Как можно по две голды добывать? Как так можно жить? Ура, скоро рудник иссякнет. У меня еще косарь. Так, приперлись опять зеленые. Сине-зеленые. Темные. Не, про бирюзового хотел сказать так. Так, у тебя один могильщик сдох. Второй сейчас сдохнет. Никто не смеет мне приказывать. Так. И у меня, я смотрю, кто-то подох. Блин, теперь сюда напали. У меня еще один зиггурат. Блин,
подчиняюсь перед вашей волей. Мое терпение истощилось. О боже, я походу одну собачку потерял. Они ж такие няшки. Десять минут, сейчас големы будут. Вроде бы. Да. Наконец-то. По два. Пришли могучие духи. На каждого. Веди их в бой, рыцарь. Рыцарь. А мне че, не вести их в бой, типа? Ты тоже рыцарь смерти же. Полегче. Ты у Редлаки вообще сегодня добывают, стоят трое. АФК. АФК. Блин, големы жрут по 6 еды. У меня ровно 60 на 60. Так. Опять оттуда напали. Да нафига работника выделять? Хотя не стоит идти. Уже справились. Второй левел атаки, первый левел защиты. Оу. Он специально стрёк подошел, дабы все башни его фигачили. Захотелось ему быстрой смерти. И скоро уже конец. 9 минут. Духи огня. Защита от магии. Да ложь. Защита от магии, невосприимчивость к магии. Ну, если, смотри, есть защита от магии, то нельзя под контроль его взять, несмотря ни на что. А вот не с невосприимчивостью даже можно. Жду приказа. Это Сильваны, я имею в виду. Или Банши. Не, Банши не смогут такое сделать. Там еще бы у него был какой-то посох. Чё ты рабочий туда? Ему жить надоело, вот он и пошел. Да блин, задолбали нападать, когда уже нападают. О, башен-то почти тут не осталось. Все полностью все прогрызу. Так, пошел здесь строить башню в таком случае. Какова воля тени? Ты звал меня? Приступаем. Вы звали меня. Никто не смеет мне приказывать. Полегче. Фростморн жаждет крови. А нафига тебе горгульи? Да, просто, пускай будут. Чтоб быстро добирались. Фигня, не её, не это, блин. Ну. Против воздушек только нормально, и для троллинга сойдут. Мне их атака нравится по воздушным. Золотой рудник обрушился. О, все, рудник, прощай. Постройка завершена. Постройка завершена. Танчик. Два танчика. Мертвые. Три. Да. Блин, ну нифига не башни рушат. Не смейте башни наши рушить. Это священная реликвия нежити. Все, теперь у меня нет голды почти. Косарь голды. Пошлю-ка пока килтузеду работников. Пускай там стоят. Нет, не так. Как нам тебе голду передавать?
То же самое, только без пробела перед после черточки. Mm-hmm. Ваша воля исполнит, стройка завершена. Да, повелитель. Чит-голд. Не прольется моя кровь. Ах ты читак. Не, ну там вроде как читак. Я жажду слушать. Не такой чит там. Чё моя кровь. Жизнь так, я пока Kill to Z'а патрулю. Завершена. Kill to Z'а такого. Завершена. Ну просто нафига. Пошли в свой рабочий патрулить. А, у них не пускай тут чем больше. Я буду твоими глазами. Ты будешь моими глазами, не верю, чувак. Что ты хочешь увидеть? Так, снизу мой опять пошли. Да блин, нафига мне этот работник? Иди чини да лучше. Свершится предначертанное. На нас напали, и стройка завершена. Ай, голем, 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 голем. Говори, глупец. Мертвые служат тебе. Ты звал меня? Я воплощение тьмы. Три минуты осталось. Сейчас попрут со всех сторон на последний. Так, ладно, вурдалачки не работают, я их пошлю тоже Kill to Z'а. Уверен, уверен. Они же шли. А, ты моих послал? Да, и твоих, и моих. Склоняюсь перед вашей волей, прольется моя кровь. Да, повелитель. Так, прут опять слева. На город наших братьев напали враги. Говори, на город тебе. Наших братьев? Какие нафиг они братья мне? Нет, ты не разрушишь мою башню, блин. О, там еще напали. Нифига, не башенки там все повыносили. Я буду твоими глазами. Они сейчас на Kill to Z'а попрут. Вот хуйло. Держитесь. Вот все, сейчас попрут со всех сторон. Может, отступим прямо к Kill to Z'а? Отступим, блин. Да хранит меня тьма. Живые наступают. На город наших братьев. У нас уже... Да, армию терять начали. Сейчас этого Герыча замочу и свалю. О, блять, Фаурик! Нет! Пятьдесят секунд. Артаса хоть зачем ты послал? Ладно. Я его не посылал. Он сам сдох. Ему жить надоело. Блин, они бьют Kill to Z'а, почти продержались. Держись, чувак. Ты должен выжить. Нет, все.
Мы встряли. Нет! 30! Живые наступают. Убит герой наших союзников. Блять! Ты что за нахуй? На нормале встрять. Чё-то ты. Это чё-то ты. Чё, я на лёгком бы привык играть, всё. А это норма, он и так лёгкий.